Всем привет, ребят. Что-то сидел, думаю, блин, давно я не бегал в угольную армию. Есть, реально, есть аккаунт с хорошими героями. С хорошим одним героем. Это у нас Зефир. Так, что мы тут поменяем? Поменяем это на что-то более интересное. И решил сбегать. Здесь, правда, у нас 5 таблеток всего. На втором аккаунте, ну, на основе там получше будет. Ну, я думаю, нам этого тоже хватит. Такс. Попробуем. Тестовый аккаунт против основного аккаунта с донатиком. Я буду бегать без тыквы. Я уже показывал, что тыкву... О, отлично. Именно то, что нам надо было для следующего теста, мы получили. Так, этих хватает. Этих хватает. Этих надо, кстати, прикупить. Итак. Level up, level up, level up. Качали мы девятку. Отлично. Ставим воодушевление. Посмотрим, что там по остальным героям еще. Соберем сразу их. Так. Тут мы поставим, давайте, панчбокса. А дальше, кого мы еще возьмем с того, что у нас есть? Так, Бигфут. Тут герои не максимальных прокачек, поэтому тут все очень даже печально в некоторых вариациях. Так, Анубиса однозначно берем. Тут даже аугментации на нем нету. Поэтому посмотрим, какой результат, сколько можно набить из мега прокачек на сегодня. Так, тут тоже ставим воодушевление. Дальше. Кого такого интересного нам еще взять? Возьмем. У Фрая бессмысленно, в принципе, брать. Фрая нам только напортачит, если мы, конечно, ее с воодушевлением сделаем. Поставим его. Попробуем тоже вариант с воодушевлением, чтобы он у нас всегда был заряженный. На него вцепим Рудольфика. Такс. Есть место бочечки. Попробуем Фобушку. Тоже воодушевление. Ангелка. И сюда мы возьмем розочку, в принципе, вариант есть взять. Ворожая у нас тут даже не прокачан, если я не ошибаюсь. Да. Пробуем без тогда, без ворожая. Пробуем вариант розы. Вариацию. Процентуальный урон, в принципе, будет неплохо дамажить. А, подождите, какую розу? Берем Огника. Так, где-то он у меня делся, в башне, наверное, сидит. Даже одна башня у нас есть. Так, такой вот огник, эмблема ему поставим. Даже оживы нету, это печально просто. Значит, поставим ему выживание. Вот так вот сделаем. Давай, ставься. Чё ты тупишь? Есть. Сам вот так вот сделаем. Так, смотрим, что у нас по героям. Готов. На Анубиса сейчас надо обратно кого-то приклеить для отхила хоть какого-то. Поехали. Первый раз идем в угольную армию. Делаем ресет. Тут, конечно,
Мега у нас прокачки. Давайте сделаем вот так вот. И одну башенку. Так, тут ставим Огника. Тут ставим Зефирку. В центре у нас будет Анубис, чтобы далеко не выбегал. С края у нас будет Фобушка. И с другого края у нас будет вот так вот, без смотрителя. Поехали, посмотрим, без всяких там мега усилений, посмотрим, что мы получим на этом аккаунте. Докуда мы сможем таким составом дойти? На ком мы сольемся? Отхила у нас нет, прорыва у нас нет. У первой волны, как видите, очень быстро проходим. Надо будет все-таки качнуть нам ворожея. Пока воодушевление тащат. Но это пока. У нас тут забирается энергия, в принципе. Это хорошо. Так, отлично. Пока держимся. Пока все живы. Таблеток уже нет. Таблетки первого лавела. Отлично. Так, держимся. Ну, вот так вот, ребят, 5 таблеток, 21-я волна уже. Так, тихо, не сливаться. Сливаться нельзя. Фобу... Не, Фоба еще вроде жив, все, теперь Фоба нет. 25-я волна, 507. Ну, я считаю, для первого раза довольно-таки неплохо. Поехали еще заходик. Как в первый класс, ребят. То есть даже 5 таблеток нам не мешает дойти до 25-й волны. Соответственно, локация уже на сегодня реально устарела. Даже если мы бегаем такими героями без там мега прокачек. То есть надо уже что-то на ней менять. Так, тихоша, держимся, эй, 24-я, тем более у нас отхила нету никакого, просто жесть, ребят, посмотрите, 648, я считаю, это очень отличный результат. Поехали сейчас на основной аккаунт и сделаем тест. Как видите, ничего сверхъестественного нету, 200-е уровни, даже некоторые герои без снаряги, то есть просто пустые герои. Отлично, поехали. На основной аккаунт здесь попробуем что-то на нем интересное придумать. У нас как раз сейчас герои с воодушевлениями стоят. Я не знаю, там у нас
надо будет расставлять, не надо будет. Так, ставим героев, которые у меня на дефе на битве гильдий. Так, фена мы пока ставить не будем, поставим ворожея. Это 30-е уже прорывы. С этой стороны мы ставим огника. Зефирку. Анубиса, только надо будет поменять на нем эмблемку. И можно даже, кстати, поставить, попробовать Фрэнка. А, так, окей, есть. Тут у нас, кстати, ворожай нам будет сейчас мешать даже. Будет замедлять демонов немножко. Максимальные прокачки, поехали. Видите, ворожай получается замедляет демона в некоторых, соответственно, они дольше будут лезть. Ну, то есть это отразится на последней волне. Но у нас тут больше таких дамагеров. Можно было бы сюда стрелка поставить, наверное, вместо ворожая, чтобы не замедлял. Можем сейчас на второй тест это сделать. Ну, разницу видите. У нас еще куча башен осталось. Двадцать первая волна. Все живы. 23-я. Вот здесь. 666. Вот так вот. Недалеко мы ушли, по сути. Пробуем вариант. Убираем отсюда. Ворожая и ставим сюда стрелка. Там было 650 чем-то, здесь 666. То есть, как видите, можно бегать даже без прорывов, заходить в топ на этой локации. Все зависит от того, каких ДПСников вы поставите. Bang, bang, I'm a hand on
19-я волна. Двадцать третья. О, у нас Фобушка слился. Хорошо, хоть Стрелок жив остался. 25-я. 651. Даже меньше набили. Вот так вот, видите, посливались некоторые. То есть, в принципе, что у вас 30-й прорыв? Что у вас нету прорывов? Надо просто собрать некоторые героев. Что 5 героев, что 6 героев на таблетках. Максимальные таблетки, минимальные таблетки. Вы все равно упретесь в какой-то определенный потолок, поэтому вот такой вот тест локации. Протестировали наш тестовый аккаунт, он в принципе неплохо уже собран. Все, пишите комменты, кто сколько набирает, каким составом, кого добавить в основу здесь, протестировать, кого там. Всем удачи, всем пока.